В Министерстве здравоохранения Тувы подведены итоги конкурса «Лучшая регистратура», «Лучший работник регистратуры» в рамках проекта «Поликлиника начинается с регистратуры». Перед подведением итогов членами конкурсной комиссии были осуществлены выезды в медицинские организации, участвующие в проекте. Всего в реализации проекта приняли участие 19 медицинских учреждений, 7 из которых выполнили условия конкурса и боролись за лидерство. Основным критерием было создание регистратуры нового формата и достижение свыше 95% удовлетворенности пациентов и ее работой. Комиссии были определены победители среди медицинских организаций первого уровня, центральные районные больницы и второго, среди которых были медицинские центры и республиканские диспансеры. В итоге лучшими среди районных больниц стали Эрзинская и Дзунхимчевская больницы. Второе место комиссия присудила учреждениям Тандынского и Кахемского районов. Среди учреждений второго уровня первое место Барунхемчевский, второе – республиканский наркологический диспансер. Третье место – укожно-венерологического диспансера Тувы. Медицинские учреждения, занявшие первые места, как и в прошлом году, будут награждены 1 000 000 рублей. За второе место – 700 тысяч рублей. За третье – 500 тысяч рублей. Средства лидерам конкурса будут направлены из территориального фонда ОМС. Главные врачи планируют потратить их на развитие учреждений, в том числе на покупку необходимого оборудования. Регистраторы, признанные лучшими в своих медицинских учреждениях, получат поощрение от главных врачей.